Что необходимо для восстановления нашей микрофлоры? Приветствую вас, друзья. С вами Инна Лебеляева, консультант, партнер Сибирного Сибирское здоровье. И сейчас я сделаю обзор, какие продукты я использую для этих целей. Пик, природный инулиновый концентрат, кормит нашу микрофлору. Это смесь для приготовления коктейля с пищевыми волокнами из клубни топинамбура, способствует регуляции уровня сахара в крови и нормализации кишечной микрофлоры. Я по утрам до завтрака ложку сверху так запиваю стаканом теплой воды, через полчасика завтракаю. Также применяют при аллергии, диабете, сердечно-сосудистых заболеваниях. Ну и, как уже сказала, поддерживает уровень сахара в крови. Для наших косточек в самом топинамбуре содержится кальций. Следующее — Эльбифит — это пробиотический комплекс, максимально приближенный по составу к естественной кишечной микрофлоре. Способствует восстановлению баланса флоры, подавляя развитие патогенных микроорганизмов и стимулирует рост нормальных микроорганизмов. Способствует нормализации пищеварения, ну и иммунного ответа организма. Здесь в составе 7 видов бактерий, и оптимальная для них питательная среда — это пектин. Способствует надежной приживаемости полезных микроорганизмов и подавлению роста патогенов, как я уже и сказала. Для кого? Для тех, кто имеет проблемы с пищеварением, проходит курс антибиотиков, подвержен аллергии, также заботится о состоянии желудочно-кишечного тракта. Быстро растут, это детки, подростки, можно. Также можно приготовить йогурт, теплое кипяченое молочко, добавляете 2 капсулы Эльбифит, через сутки готово. Вот так они выглядят. По одной капсуле в сутки, во время недели, обычно вечером это делают. Следующая — альфа-липоевая кислота, мощный антиоксидант, помогающий нейтрализовать свободные радикалы, обеспечивает защиту клеток организма от митохондриальной дисфункции. Ну, митохондриальная дисфункция — это защита болезней, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хроническая усталость, диабет, неврология, деменция, Паркинсона, Альцгеймера. Это как дополнение к вышесказанному. Улучшает усвояемость глюкозы и детокс процессы, поддерживает высокий уровень энергии и нормальный обмен веществ. Также нужен для нашей микрофлоры. Защищает клетки от преждевременного старения. В баночке вот этой 60 капсул, по 1-2 капсулы в день. Надеюсь, информация была полезна. Вот такие продукты я использую для восстановления микрофлоры. Более подробнее в моем полезном чате. Все, кто заботится о своем здоровье, красоте, уже там пишите. Я вас туда добавлю. Все контакты будут под этим видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить от меня полезные видео. С вами была Инна Лебеляева. Всем пока-пока!